Теперь в Голливуде приводят свое тело в форму именно так. Эти занятия объединяют йогу, балет и активные кардиотренировки. Начинается все с недлинной медитации, затем участники переходят к активным движениям. После этого следуют балетные занятия, которые призваны укрепить мышцы, а заканчивают тренировку обычной йогой. Посетители говорят, что занятия интересны и помогают достичь гармонии тела и души. Здесь сочетаются движения йоги и радость танцев. Танцы – это тоже древнее занятие, которое люди делают естественно. Но мы скорректировали все это и подстроили под активный образ жизни современных людей. Такие занятия уже за 2 недели призваны помочь укрепить мышцы, привести тело в тонус и похудеть. Кардиотренировки с йогой – прекрасное сочетание и хорошая тренировка. Я сжигаю калории, ощущаю наполненность энергией, а также обретаю спокойствие и умиротворение перед новым днем. Мне нравится такая комбинация. Мне нравится, что в занятия привнесена йога лишь частично, поскольку на обычной йоге тебе говорят сконцентрироваться на дыхании, но мои мысли часто блуждают, и это сделать сложно. Мне нравится сочетание танцев и йоги, поскольку можно на время забыть о насущных проблемах и сконцентрироваться на хореографии. Эксперты отмечают, что в наши дни мысли у многих людей в основном негативные, а занятия, сфокусированные не только на физических тренировках, но и на успокоении сознания, помогают выработать позитивное мышление.